Ну вот, результат того, что у нас с вами получилось. Я закончила это все воротничком на отрезной стойке, планочка, и планирую сюда сделать кнопочки. Не буду делать петли, потому что очень все это грубая, толстенькая вот такая вот ткань, да. Называется, вот эта складочка называется папороткой. Она делает такую форму нашу вертикальной, ровненькой. От плечевой точки идет вот такая вот прямая линия. Вот так выглядит рукавчик. Здесь у него по заднему шовчику, по линии заднего локтевого переката, вот такой манжетик. Манжетик перевернется, вот сюда будет кнопочка. Так. И вот так вот у нас выглядит спинка. Вот это правильное положение нашего, ну, что ли, вот рубашечного рукава, да. Вот так вот правильное его положение. Еще из-за того, что грубая ткань, вот эту часть, она как бы немножко выпирает. Поэтому ее очень-очень видно. Но, как говорится, всем не угодишь, что было, то и получилось. Вот такая вот у нас история. И вот такой вот получился манжетик. Вот, собственно говоря, и все. Наша рубашечка дошита. Пожалуйста, принимайте это все во внимание и делайте себе что-то похожее. Прошу простить меня за мой рабочий вид. Всем добра!